рамках первого этапа турнира «Название «Богатырь Крыма» 2015» на центральной площади Керчи собрались самые сильные спортсмены. Истинные русские богатыри демонстрировали керчанам свою небывалую силу и мощь, выполняя совершенно невероятные трюки. Поднимали автомобиль, установленный на каркасе, тянули пожарную машину, переносили колодец весом в 270 кг, поднимали 110-килограммовое бревно и переворачивали покрышку весом в 350 кг. В чем секрет твоей богатырской силы? Кушал много. А если серьезно? Да. Ну все, тренировки. Тренировки, питание, восстановление, сон. Это и есть секрет. Во время упражнения с Субару у керченского силача Егора Сорокалетова, выступавшего последним, случилась неприятность. Не рассчитав силу, стронгмен оторвал металлическую ручку. На этом этот вид соревнований пришлось завершить. Стоит отметить, что при выполнении этого задания на богатыре ложилась нагрузка весом в 300 кг. Нет, абсолютно не расстроился, все бывает в спорте, железо не выдержало. Крымчане очень переживали за спортсменов, которым было предложено протащить пожарный КАМАЗ, наполненный водой. Это было сделать практически невозможно. Богатыри упирались, но могли лишь немного сдвинуть с места громадину. И только севастополец Александр Молодцов, приехавший поддержать наших силачей вне конкурса, протащил машину целых 20 метров. Такие сложные задания. Что запомнилось? Больше всего, наверное, тяга машины пожарной. Это было сложнее всего. Был небольшой пригорок, на него сложно было затянуть автомобиль. Победителем первого этапа турнира «Название «Богатырь Крыма» 2015» стал керчанин Егор Сорокалетов, выполнивший максимальное количество силовых упражнений. Ну это радует, на самом деле все ребята достойны просто. Все по-разному сильны, а это многофункциональный спорт. Поэтому здесь, так сказать, нет победителей, все по-своему равны. Во время соревнований был установлен рекорд Крыма в поднятии гантели одной рукой на время и перебрасывании 180-килограммового шара через почти полутораметровую высоту. Этим небывалым силачом оказался гость из Севастополя Александр Молодцов, повторивший первое упражнение 5 раз, а второе 3. Большое спасибо Александру Молодцову, что приехал, установил рекорды, показал ребятам, что КАМАЗ, несмотря на свои 15 тонн, тянется, и несмотря на покрытие площади Ленина брусчатки. Он протянул все 20 метров, потеряв при этом один ботинок. Хочу отметить нашего керченского спортсмена Егора Сорокалетова в лучшую сторону. То есть хорошо развивается, он сейчас занял первое место в тяжелой атлетике по Крыму, по Крымскому федеральному округу, и первое место по пауэрлифтингу. Следующий этап соревнований организаторы планируют провести на День города, а финал позже в Севастополе, на который съедутся самые сильные люди Крыма и России.